Всем огромный привет! Сегодня я готовлю вкуснейшее блюдо из курицы. Получается очень вкусно, а готовится невероятно просто. Итак, приступаем. Берем филе куриной грудки 600 грамм. Хотя мясо можно использовать любое, особенно вкусно получается из смешанного говядина и свинина. Филе необходимо измельчить. Я сделаю это на своем измельчителе Galaxy Line. Перекладываем измельченное филе в миску. Добавим паприку, соль и черный перец по вкусу. Тщательно все перемешиваем. Теперь нам понадобится одна луковица средних размеров и один сладкий перец. Кладем овощи в наш измельчитель Galaxy Line, добавляем 40 грамм сливочного масла, 100 мл молока, 1 зубчик чеснока и 1 куриное яйцо. Измельчаем. Также хочется отметить некоторые преимущества моего измельчителя Galaxy Line. Это стеклянная чаша объемом 1,2 литра, которая позволяет измельчать большой объем продуктов. Очевидным преимуществом измельчителя Galaxy Line является 4-лопастной нож, который быстро и равномерно измельчает весь объем продуктов. Очень удобно, что на чаше имеются ручки, которые при переноске измельчителя предотвращают выскальзывание из рук. Резиновое основание надежно фиксирует измельчитель на рабочей поверхности. Также хочется отметить наличие крышки с силиконовым ободком, благодаря чему крышка плотно прилегает к чаше и исключает разбрызгивание содержимого в процессе измельчения. Лично мне понравилось, что на данную модель и на другую технику Galaxy Line дается гарантия 2 года. Свой измельчитель я покупал на Озон. Кстати, дарю вам промокод на скидку 15% на покупку данной модели. Ссылочку и промокод я оставлю в описании под видео. Обращаю ваше внимание, что промокод одноразовый и действовать будет 1 месяц, так что успейте сделать отличную покупку для вашей кухни по приятной цене. Перекладываем содержимое чаши в миску и перемешиваем до однородного состояния. Фарш готов. Нам понадобится пищевая пленка. Отрезаем сантиметров 30. На край пленки кладем 1 столовую ложку фарша, по весу это примерно 50 грамм. Распределяем по длине и заворачиваем. Закручиваем и завязываем края, как у конфеты. Все то же самое проделываем с остальными сосисками. В итоге у меня получилось 12 сосисок. Опускаем сосиски в кипящую воду и варим к моменту закипания 15 минут. Освобождаем от пленки, срезаем один кончик и выкладываем сосиски. Вот так они выглядят готовые. Подать можно так, а можно обжарить на сковороде на сливочном масле до аппетитного золотистого цвета. Получаются сосиски нежные, сочные и ароматные. Подаем с любым гарниром. У меня сегодня свежие овощи и горчица. Сосиски можно заготовить впрок, просто заморозить их в морозильной камере. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам будет не трудно, а мне очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!